В Петербурге стартовал Балтийский морской фестиваль. Это традиционный праздник спорта в гавани. Проходит уже 20 лет подряд. В этом году у причала в Ленэкспо пришвартовались 8 десятков яхт и 15 маломерных судов. Открылся фестиваль показательными выступлениями спортсменов на так называемых водных рюкзаках. С помощью них можно подняться над водой на несколько метров, а в полете провести до 3 часов. Здесь представлены и моторные лодки, и парусные лодки. И самое главное то, что без чего не обойтись сегодня. Это и двигатели, и инструменты всевозможные, и навигационное оборудование. То есть то, что без чего невозможно плавание. В течение 4 дней, именно столько продлится фестиваль, пройдет регата по академической гребле, соревнования по парусному спорту с выходом в акваторию Финского залива, а также открытые уроки по парусному делу для детей. Сегодня был парад катеров на Неве, дождь моряков не испугал и настроение не испортил.